пропала ты у меня. Еще раз скажи, пожалуйста. Почему на сухих днях повышается давление и что с этим делать? На сухих днях повышается давление, потому что у нас кровь густеет. За счет этого у гипертоников густая кровь. Чтобы кровь немножечко разжижить, я уже говорила в эфирах, это, конечно же, очень хорошо приводит кровь в норму. Берете несколько соцветий, 2-3 соцветия, кладете их под язычок и рассасываете. После того, как себя стали получше чувствовать, то на пяточках хотя бы минутки две походите по комнате на пяточках. Тогда у вас естественной вибрации вашего тела, кровь по венкам, она пойдет более быстро, лимфа запустится, и тогда вам будет намного проще, и давление начесать через, вот как гвоздику начнете рассасывать, как у вас пойдут эфирные масла, то очень хорошо снижается. Попробуйте.